Атмосфера на Почтовой в завершающий день торжеств тоже была особенной. Только что прошел дождь, но погода не напугала горожан, которым давно полюбился вернисаж на Почтовой. Художники, музыканты, аниматоры с огромными мыльными пузырями, ремесленники, выступления народных коллективов и джазовых музыкантов. Праздничный вернисаж явно удался. Очень интересно и необычно. Да. Я давно тут не была, и поэтому очень все радует. Большое количество людей. Все такие красивые, веселые. Все в теме, чем-то заняты. Да, очень приятно здесь. Спасибо. Что больше всего нравится, допустим, на вернисаж, на Почтовой? Что? Театр народной песни «Узорочье». Их мало, но они поют без микрофонов, и мы наслаждаемся их искусством. Спасибо им большое, что они хранят традиции и русскую народную песню. Мы в том году были, было интересно. В этом году снова вернулись. А куда ты еще пойдете? На Победу? На Победу пойдем. Здравствуйте. Проводите время на Почтовой? Замечательно. Вот, делаем фотографии. Делаем фотографии, да. Боимся. Очень много... Все с праздником, Днем города. Какой город? Сегодня день военно-морского и флота. И город тоже. Флотом тоже. Куда-нибудь еще пойдете на другие мероприятия? Да. Сейчас мы пройдем здесь, на Филин сегодня, потом мы пойдем по пешочкам, на Победу, на концерт. И дальше до салюта будем тусовать. В это время вовсю шла подготовка к праздничному концерту на площади Победы. В качестве подарка городу и его жителям в этом году пригласили Максима Леонидова, который выступил с полюбившимися хитами. Поздравили любимый город и мэр Рязани, и глава городской думы. Привет, Рязань! Рязань – душа России. Здесь живут самые лучшие люди. У нас с вами большое будущее. Мы его будем строить. С днем рождения, Рязань! Добрый вечер, Рязань! Добрый вечер, дорогие рязанцы! С днем рождения, любимый город! Ну и какой же день рождения без подарков? От нас, от администрации города, от депутатов Рязанской городской думы. Подарок вам всем! Праздничный салют! Это твой год. Это наш год.